пытается выбить Мухтара Блязова из Франции и остановить его работу по санкциям и свержению режима. Нужна ваша помощь. Некоторые наши сторонники столкнулись с ограничением при отправке средств для адвокатов. Показываю, как их снять. Заходим в Каспи. Выбираем «Мой банк». Каспи Голд. Выбираем «Оплата в интернете». Открыть доступ. И выбираем любую сумму. Оказать финансовую помощь Мухтару Аблязову для защиты от незаконной экстрадиции можно следующим образом. Первое. Необходимо перейти по ссылке, указанной в тексте публикации. Второе. В поле указания суммы пожертвования нужно указать сумму в тенге. Третье. Заполнить поля электронной почты и карточных данных. В первой строке пишем 16 цифр спереди карты. На второй строке пишем дату окончания срока действия карты, указан в формате MM и GG. И на поле SVV-SVC пишем 3 цифры с задней стороны карточки. Четвертое. Выбрать ваш регион. Пятое. Нажимаем на кнопку «Пожертвовать» и ждем подтверждения. Ваше пожертвование отправлено. Благодарим вас за помощь. Пожертвование можно сделать с помощью любой банковской карты. Совместными усилиями мы будем защищаться от попыток режима добиться незаконного ареста и экстрадиции Мухтара Блязова.